вот мы идем с Максом забирать мою визу. Не факт, что она, не факт, что она будет на месте, да. Потому что она, возможно, будет в Харькове. Но если она будет в Харькове, то вы никогда этот выпуск не увидите. Зацените, какой красивый Киев. Я смотрю, у тебя навык видеоблогинга. Точно апнутый. Ну так. Чек получил визу. Ну вообще, по виду, я думаю, нормально будет. Я не знаю. Потом посмотрим. А, это видео? Блин, все-таки видео. Да. Оно еще и звук записывает. Представляешь? Блин, ты все снимаешь, не буду рассказывать. Рассказывай, нет. Я потом вырежу. Вы что ты вырежешь? Этого никто не узнает. Всю семью? Да, всю семью вырежу, рассказывай. Нет, спасибо. Скоро поедем в тур. Хочу похвастаться своей визой. Вот. Очень круто, в общем. Настроение отличное. Так, мы наконец-то приехали к автобусу, сейчас будем садиться. Наша группа потихоньку уже собирается. Так вот. Сейчас будем выезжать наконец. Я руки там сейчас какого-то голика. Приехали в Польшу наконец-то. Пусть и Польша. Тут, кстати, потеплее, чем у нас намного. Я не знаю, ты еще не можешь адекватно сливать температуру. Ребята, мы хоть как-то более-менее выспались, но было очень тяжело. Обычно. Да. Если там сильно дорого, то я буду есть. Мы пойдем туда, куда вход. Польская зуба. Сраный ливень, сраный отель, походу сраный город, я не знаю. Да, вот так вот, приехали мы в Польшу, встретила нас Польша дождем. Сейчас стоим возле гостиницы, ждем, когда нас заселят. Как-то так. Видите здание напротив? И сейчас мы пойдем туда жрать. А еще они не принимают евро. И нам придется что-то делать. Или оплачивать карточкой, или менять. Польша? Что здесь не должно? Они валят. О, у меня тут есть одна злотая. Действие стабилизатора. Максим инженер придумал. Да не я придумал, это я подсмотрел. Дима, ваше слово. Если что, это не мой, я не пью, это Макс попросил подержать, когда камеру заставил. Выбрось, попроси, засунь. Стоим, ждем заселения в гостиницу. Сними, мы с красным мокасином зашли. Там вот этот монитор, чтобы монтировать наши видосы, как раз для Full HD. Вот это вообще идеально. О, вот это, короче, заходишь сюда, только свет не работает. Внутри он включается, ничего. Да ладно, а я там что включил туда? Алло, ну это ж не Крым, мы ж Польша. Так, ребята, все. Польша — это зашквар. Зашквар, вот заходишь сюда, заходишь, пока. Only you. Зашквар, иди домой. Идем гулять по Вроцлаву. Дима там собирается, а я решил выйти немножко пораньше. Такая гостиница, в принципе, достаточно миленькая. Сага Барлаха Канарейка, Сика Сага. Шалам алейкум. Сага.
Ваню. Так как? Исключай, держи, скажи, покажи. Она побазарит. Скажет, пошел это бред, чувак. Надо открывать и включать. Низи вот так вот тут. Давишь, она открывается. А если не давить? Если не давить, нет. Уроки профессионального медвежатника. Смотрите, зачем нам карточка? Зачем это вообще говно можно выкинуть? Закрой и еще раз открой просто. Вот тут смотрите. Дверь закрыта. А ну стой. How much is it? How much? I don't know. Думаю, там можно дальше зайти. Сюда. Польский Starbucks. Мы меняем польский в Вроцлаве? Значит, 1 евро это 4 польских Вроцлава. Это где мы называл? Как валюта называется? Злотые. Дима сказал, что это Вроцлаве. У нас это хлобаксы, а здесь... Помогите Диме попить воду. Дима, я уверен, что эта ситуация сродня с нашей дверью. Ну не работает. Блин, если здесь заснять эти капли дождя... Ребята, смотрите, как тут красиво все происходит. Смотрите, очень красиво. Какой красивый парк, лавочки, фонтанчик. Я сейчас скажу, гуси прилетели. Гусей, к сожалению, нет у наших старых друзей. Вот, зацените вот эту дорожку. Я подозреваю, что она для пешеходов. Черт, посмотри. Зачем нам прошлое, если сейчас есть вот оно вот, настоящее? Или цитаты великих людей. Вау. Вот это хорош. Да? Там где лавка, да. Посмотрите в окна. Вот мы, короче, гуляем. Не можем никак найти еду, понимаете? У людей есть деньги, и они не могут просто их потратить. Мы не можем найти, где их потратить. Нам очень хочется поесть какого-то супа. Я вас скажу, у тебя 5 злотых, ты не можешь их потратить? У меня, чтобы вы понимали, только так по секрету. 50 злотых. А я купил местного алкоголя. Попытаюсь провести это через границу домой. Дима, где еда? Где наша еда? Вон KFC. Только не KFC, пожалуйста, ребята. KFC это полный зашквар. Ким, а вон, Ким что-то там. Ким Кардашьян. Ребята, вот как все решается. И как ты без Wi-Fi это все решишь? Вот так вот. Где у нас может быть набережная? Набережная здесь, правильно? То есть мы идем вперед? Да, туда надо идти. Тут идем. Вон что-то китайское. Да я не хочу это, блин, говно. Я тоже не хочу. Я мы в Нью-Йорке зашибен с нашими этими.
какую-то корейскую еду. Я думал, я там копыта отдам, когда ел. Я тебе говорю. А мы зашли с Никитой. Куда мы зашли? В чайный буфет. И вообще мы поели суши, мы поели какой-то тайской еды. А потом мы это повернули, знаешь, чем? Мы повернули все apple pie'ами. Такими сладкими, вкусными. Ну, короче, в итоге я пошел в машину, а Никита побежал. I think we can go. I think you are fucking stupid motherfucker. I think, раковина я. I think. We can go right now. А вот сейчас we can go. Yeah, we can go right now. And we'll buy some food. I think it's gonna be a soup. Like... I wish it's gonna be soup. Yeah, I wish. It should be a soup. It must be a soup. It should be something hot. You have to buy a soup. Так мы какие-то жебеня опять идем. Мне когда-то рассказывали, что на трамвайных остановках висит расписание трамвая, когда он прибывает, и номер его... А ты в Чикаго не видел такого? Нет. В Чикаго на автобусных остановках, там сбоку есть табло, ну, в центре обычно, там, где мы жили, там была остановка, там не было этого табло, но в центре, вот ты подходишь, там расписание автобуса, как там и расписание, там написано, через сколько минут он подъедет. Вот, здесь то же самое. Ну да, и с номерами тоже. Написано, что трамвай подъедет через 12 минут, и вот это очень нравится. То есть, ну это, понимаешь, как я это называю? Я называю это экономией сигарет. Потому что ты знаешь, что у тебя осталось, допустим, 10 минут, и ты успеешь скурить сишку. Так, ребят, мне что-то кажется, что мы зашли в какие-то жебеня. Потому что никакой набережной я здесь и близко не вижу. В черный район. Но мы вроде бы идем правильно. Понимаю, это все, это место не для игр, смотри, знак. Слышишь, но мы тут не были, 100%. Это японский район? Жапонец. Жапонец. Они тоже были здесь. Нет. Там вот фоткались, вот узкой переулке, только что вот это. Там мне панораму делали. То есть мы найдем все-таки к набережной, правильно? Набережная вот здесь, да. Соу, ребят. Соу. Сосанин в деле. Театр лолок. А, Лали. Или Лалик. Лалек, да. Короче, ты заходишь в театр и получаешь большой лолец. Театр Лалек. Лялек, кукольный театр. А, театр Лялек. Кукольный театр. Вот это да. Ты понимаешь, насколько наши познания в польском апнулись? Пошли поедим. Ко мне подошла попрошайка, сказала, подайте на панство. Я такой, типа, чё? Ну, кстати, у нас компания пантертышный. Так это живем, ребят. Пантертышный, кажешь, это Дринко Бринчичич. Болеслав. Болеслав Кроплей. Дринко Бринчичич звучит лучше. Дзенькую. На все случаи жизни. Come on, turn the radio on. Польская милицейка за жопу схватит. Ладно, стой, чувак, как в этом, как в Чикаго, двухэтажные дороги. Ага. Тоннельчики такие. Или это типа метро? Господи, где мы? В ресторане, не знаем, что делать. Да, непонятно, как заказывать, сели, пока ждем, пока кто-то подойдет. Да, нет никаких ни хостес, никого, кто тебя встречает, как в Америке. Сидим, ждем. Надеемся, сейчас какой-то официант пойдет, что-то да, потому что из всего, что у нас есть на столе, это винная карта. Отлично. Я супа хочу, пожалуйста. Короче, нам принесли поесть. Мы уже съели. Как она называлась? Да, что за на сметане? Там у Димы фотка есть. Я не осилил даже половины. Я целый день не хавал ничего. Я пришел, я опановел. То есть это было меню, это был выбор такой тыкнутый в меню наугад. То есть мы будем это. У нас просто было по 40 злотых с Димой, а это блюдо стоило 39. Мы завтра утром рано уезжаем из Польши, и нам не нужны злотые больше. Я не знаю, как это доесть. Просто заведение формата, как я понимаю, для состоятельных людей, которые нормально одеваются. А я в футболке хас. Я в футболке с котом.
общем, есть такая особенность в автобусах, не в автобусах, а в трамваях во Вроцлаве. Там нет контролеров, нет билетеров, и ты сам платишь за билет, заходишь. Чисто на совесть. Да, или карточкой прокатываешь, я не знаю, или монеты бросаешь. Ну, в общем, ты зашел в пустой вагон, и никого, кроме водителя, в трамвае нет. Доброе утро. Уже пахнет. Вот, идем кушать. Мы живем на втором этаже, нам уже пахнет. Я надеюсь, что там будет шведская стол. Ты идешь, вы накладываешь себе накладную, потому что ты хочешь. По крайней мере, да. В нормальных гостиницах и идет как девушка. Все, ребята, извините, до свидания, мы пошли есть. Сейчас позавтракаем и в путь в Берлин.